сын – это для главного, и дочь для главного, не просто же так. Дети только для главного появляются на свет Божий. И в садик ходят для главного, и уроки прогуливают, деньги крадут у родителей, и курят первые в своей жизни сигареты, и обворовывают первую в своей жизни квартиру. Все это для главного –